Спеха страстная увядает воздержание со смиренно мудрым. Гнев пламенейший укращает любовь. Помысл, влающийся, сосредотачивает прилежная молитва с памятью Божией. Так очищаются все три части души. Исто желая исправить, божественный апостол говорил: «Мир имейте и святость, без которых никто не увидит Господа». Некоторые недоумевают, как сказать, помысл ли приводит в движение страсти или страсти к помыслу, так как одни говорят то, а другие это. Я же говорю, что помыслы приходят в движение от страстей, ибо если бы не было в душе страстей, то страстные помыслы не беспокоили бы ее. Обычно есть и всегда воюющих против нас бесов, посильным для нас и удобоисполнимым добродетелям полагать преграды, а к непосильным и безвременным, за которые не время еще нам, братья, сильные влагать стремления, именно преуспевающих в отчужительном послушании, они заставляют делать дела безмолвников, а безмолвникам и отшельникам внушают держаться правила отчужительного. Таким же образом они поступают в отношении каждой добродетели. Но мы, да, не неразумеваем умыслений их, ведая, что все в свое время и в своей мере делаемое хорошо, все же безмерное и безвременное вредно. Тех, которые вращаются в мире и встречаются с предметами страстей, бесы борют, увлекая их на дела страстные. А тех, которые в пустынях живут, где нет таких предметов, возмущают помыслами страстными. В этом втором виде брани гораздо труднее одержать победу, чем в первом. Там для дела требуется время, место и прочие удобства. Ум же в помыслах своих удобно движен и неудержим. Противоборство сей невидимой брани дана нам чистая молитва, в коей и заповедали нам пребывать непрестанно. Она делает ум сильным в брани и всегда готовым к ней, так как может быть совершаемо и без участия тела. Указывая на совершенное умерщвление страстей, на совершенное, апостол говорит: «А те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Ибо когда умертвим страсти, уничтожим похоти и мудрование плоти, подчиним духу, тогда только берем на себя крест и последуем Христу. И удаление от мира есть не что иное, как это умерщвление страстей и проявление сокровенной во Христе жизни. Бедствующий от восстания всего смертного тела и каждочасную почти войною его утомляемое, пусть не плоть за это осуждает, а самих себя. Ибо если бы они не давали ей силы, по течению они простирая до похоти, то не бедствовали бы столько от нее. Ибо не видят они распявших плоть свою со страстями и похотями, и мертвость Иисусову в мертвенной плоти своей носящих, как они имеют ее содейственности, паче в добром, не противоборствующие, но покорные и ведомые законом Божиим. Пусть и они так же сделают, и тогда такого же вкусят покоя. Всякое сосложение помыслов с какой-либо запрещенной похотью или склонение на власть похотную грешно для инока, ибо сначала помысл начинает омрачать ум вожделительной частью, потом душа склоняется на власть греховную, не выдерживая брани, а наконец происходит сосложение, которое, как сказано, есть грех. Если продлится это, то отсюда порождается страстное влечение, которое мало-помалу приводит и к самому делу греховному. По этой причине пророк и ублажает тех, которые избивают о камень младенцев вавилонских. Значение этого ясно для мудрых и разумных. 20. Ангелы, будучи служителями любви и мира, радуются о нашем покаянии и преуспеянии в добродетели. Почему стараются наполнять нас духовными созерцаниями и содействуют нам во всяком добре? Напротив, бесы, слуги гнева и злобы, радуются, когда умаляется добродетель и весь труд свой обращает на то, чтобы увлекать души наши в странные мечтания.
Вера есть благонастроительное дарование. Она рождает в нас страх Божий. Страх же Божий научает соблюдению заповедей или устроению доброй деятельной жизни. Из деятельной жизни произрастает честное бесстрастие. А от рождения бесстрастия – любовь, которая есть исполнение всех заповедей, всех их себе связующие и держащие. Как чувство тела, когда здорово чувствует, какой схватывает его недуг. Не распознающий же этого болит нечувствием. Так и ум, поскольку хранит целую свойственную ему деятельность, поскольку сознает силы свои и видит, откуда находит на него страсти, более тиранские, и на ту часть направляет более настоятельное противоборство. Но положение его бедственно, если он в нечувствии проживает дни свои, подобие бьющемуся со врагом ночью, так как не видит вражеских помыслов. Когда мысленная наша сила неослабно прилежит к созерцанию добродетелей, и когда к нему же одному и к подателю его Христу Господу устремляется сила возделительная, а раздражительная вооружается против бесов, тогда силы наши действуют по естеству своему. По святому Григорию Богослову разумная душа трещастна, и он, добродетель мысленной силы, назвал благоразумием, ведением и мудростью. Добродетель силы раздражительной – мужеством и терпением, а добродетель силы вожделительной – любовью, целомудрием и воздержанием. Правда же во всех их имеет свою часть, научая действовать благообразно. Благоразумием воюет она с ангелами вражескими, защищая добродетели. Целомудрием бесстрастно смотрит на вещи. Любовью всех людей, как себя, любить и заставляет. Воздержанием отсекает всякую власть. Мужеством и терпением вооружается против невидимых браней. Такова благозвучная гармония органа душевного. Чащийся от целомудрия и вожделевающий блаженной чистоты, которую не погрешил бы кто, назвав бесстрастием, добьет нещадно и порабощает плоть смиренномудренным помыслом божественную, призывая благодать, и получит желаемое. Откармливающее же тело без воздержания в ясти и питьи измучен будет духом блуда. Ибо как вода в большом количестве угашает пламень, так алжба и жажда, или вообще всякое воздержание со смирением душевным, уничтожает разжение плоти и срамные мечтания. Да, отступит совсем от души твоей страсть и злопамятство, и отнюдь не давай места себе вражде. Ибо что огонь, скрытый в соломе, то злопамятство, гнездящееся в сердце. Но более молись тепло об оскорбившем тебя и по благодетельству ему, сколько и чем можешь, чтобы избавить душу свою от смерти и не быть бездерзновенным во время молитвы своей. В душе смиренных упокоивается Господь, сердце же гордых – страсти бесчестия. Ибо ничто так не усиливает их против нас, как высокомудрые помыслы. И напротив, ничто так действенно не исторгает с корнем из души эти былья злые, как блаженное смирение, которое справедливо потому названо страсти убийцею. Да очищается более и более душа твоя от злых воспоминаний, и да просвещается добрейшими помышлениями, держа всегда в уме сказанное, что во время исхода сластолюбивое сердце, темницы и узы, а трудолюбивое – дверь отверстая. Ибо воистину чистым душам по исходе их из тела сопутствует ангел, руководя их к блаженной жизни. Души же, осквернившиеся и не очистившиеся покаянием, перехватывает, увы мне, бесы. Прекрасная глава, украшенная драгоценную диадимою, блестящие камнями индийскими маргаритами, но несравненно краше ее душа, богатая ведением Бога, светящиеся светозарными созерцаниями и имеющие обитающим в себе и Святого Духа. И кто может достойно изобразить в слове такую блаженную душу? 30.
гневу и ярости не позволяй водворяться в душе твоей, ибо муж ярый неблагообразен. 3.11.25. Сердце же кротких потеет премудрость. 14.2.33. Если страсть гнева возгосподствует над душою твоей, то лучшими тебя найдены будут живущие в мире, и ты покроешься стыдом, оказавшись негодным монахом. Во всяком искушении и во всяком брани молитву имей непобедимым оружием, и победишь благодатью Христовою. Но да будет она свята, как заповедует нам премудрый учитель нас, говоря: «Хочу, да молитвы творят мужи на всяком месте, воздевая преподобные руки без гнева и сомнения». Кто не родит о такой молитве, тот предан будет искушениям и страстям. Написано, что вино веселит сердце человека. Но ты, давший обет плакать и рыдать, отклони от себя такое веселье и будешь обрадован дарами духовными. Увеселяясь за вином, будешь проводить жизнь в сожительстве с странными помыслами и много переиспытаешь печалей. Праздники проводи не в винопитиях, но в обновлении ума и душевной чистоте. Наполняя же чрево яствами и винопитиями, прогневишь более того, кому посвящается празднично. Бодрствовать в псалмопениях, молитвах и чтениях повелено нам и всегда, но тем более в праздники. Бодрствующий монах утончает ум свой для душеполезных созерцаний, а многоспание одебелевает ум. Но смотри, не вдавайся во время бдения в пустые воспоминания и в помыслы греховные, ибо лучше спать, чем бодрствовать ради таких суетностей и осквернений себя неподобающими занятиями. Питающий змею на лоне своем и лукавый помысел в сердце, оба умерщвлены будут. Тот в теле поражен будет ядовитым жалом, а этот в душу вложив смертоносный яд помысла. Но как поспешно побиваем мы порождение ехидн, так и помыслом злым не дадим порождаться в сердце, чтоб потом не страдать от них горько. Душа чистая, сосуд избранный, справедливо может быть названа еще и вертоградом заключенным, источником запечатанным, песнь 4.12, и престолом чувствия 3.12.23. Но душа, оскверненная нечистыми страстями, преисполнена смрадом зловония греховного. Слышал я от опытных и деятельных старцев, что помыслы греховные в душе рождаются от щеголеватости в одеждах, пресыщения чрева и вредных бесед. Похотение имений да не водворяется в душах подвижников. Многостяжательный монах — корабль с сетью, взбрасываемый волнами многозаботливости и погружаемый в глубину печали. Болезнь любоимания многих страстей бывает родительницей, и справедливо названа корнем всех зол. Нестяжательность и молчание — сокровище, сокрытое на поле монашеского жительства. Поди же, продай все, что есть у тебя, и раздай бедным, и этим купишь поле то, которое, покопав и обретшее сокровище, блюди его в себе тщательно от посещений, чтобы обогатиться богатством некродомом. 40. Начав жить вместе с духовным отцом и воспитывав пользовать его, не допускай, чтобы кто-либо отдалил тебя от любви к нему и от сожительства с ним. Не осуждай его ни в чем, не говори о нем худо, хотя будешь им обличаем и даже бием. Ухо своего не открывай, когда кто другой станет злословить его. И отнюдь не сгружайся с тем, кто поносит его, чтобы не прогневался на тебя Господь и не изгладил тебя из книги жизни. Подвиг послушания утверждается на отречении от себя и от всего, как мы изведали. Проходящий его да оградит себя тремя оплотами – верою, надеждою и любовью всечестною и божественную, чтобы ими, будучи огражден, успешно мог подвигом добрым подвязать и получить венец правды. Не будь судьей дел отца твоего, но исполнителем заповедей его.
Демоны, как обычно им, начнут указывать тебе на недостатки его, чтобы оглушить уши твои для уроков его. И тебя через то или сделать немощным и страшливым воином на брани, или одними помыслами неверия расслабить тебя и разленить ко всякому виду добродетели. Не слушающий отеческих заповедей оказывается преступником наилучших пунктов обета своего. Кто же внедрил в себе послушание и волю свою отсек мечом послушания? Тот исполнил подобающее ему, что при многих свидетелях обещал он Христу Господу. Наблюдая над иноками, видели мы ясно и затвердили, что на подвязающихся в послушание отцам сильно злобствуют враги нашей жизни, бесы, скрежеща на них зубами своими и всякие против них злоумышляя козни. И чего они не делают, чего они внушают, чтобы отторгнуть их от отеческих недр. Выставляют предлоги к непослушанию, будто благословные, устрояют неудовольствие, возбуждают неприязнь к отцу. Его наставления представляют обличениями, а обличения, как стрелы изощренные, вонзают в сердце. И для чего ты, говорят они, будучи свободным, сделался рабом и рабом бессердечного деспота? Доколе будешь ты тереть лямку рабства, не видя света свободы? После этого внушают. Лучше бы тебе заняться странноприимством, ходить за больными, пищись о бедных. Потом расхваливают подвиг совершенного уединения и безмолвия. И всякого рода злые плевела насевают в сердце подвижника благочестия, только бы извергнуть его из духовной ограды отеческой и извлекши из благоотишной пристани, отбросить в неистовствующие душетленную бурю моря. Если, наконец, успеют в этом, то, забрав его в свою власть, как пленника, заставляет его действовать по их злым хотениям. Не выпускай же из памяти этой злокозненности врагов и противоборцев твоих, находясь в послушании отца своего духовного, и не забывай обетов звания твоего перед Богом, ни руганиями не будь побеждаем, ни обличений и поношений или насмешек не бойся, ни прилогами греховных помыслов не увлекайся, ни отеческой строгости не бегай, ни дерзким самоугодием и самоволием, ни без чести благого иго смирения. Но в сердце вложи в Господнее слово, что претерпевший до конца спасется, с терпением теки на приближающий тебе подвиг, взирая на начальника веры и совершителя Иисуса. Золотарь, влагая в горнило золото, делает его чистейшим, и новоначальный монах, предающий себя подвигам подчинения воле отцов и всеми прискорбностями жизни по Богу жигомый, с трудом же и терпением великим изучающий послушание, выплывив из себя все недобрые нравы, преисполняется смирением, весь светлым соделывается и достойным небесных сокровищ бесскорбной жизни и блаженного пребывания, откуда отбежали печали воздыхания, и где насаждена непрестанная радость и веселье. Вера, правая и глубоко внедренная, рождает страх Божий. Страх же Божий научает нас соблюдению заповедей, ибо говорит, где страх, там соблюдение заповедей. В соблюдении же заповедей состоит деятельная добродетель, которая есть начало созерцания. Плод же всего этого – бесстрастие. Через бесстрастие же водворяется в нас любовь. А о любви говорит возлюбленный ученик. Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог в нем пребывает. Как прекрасна воистину и добра жизнь монашеская! Как прекрасна она воистину и добра, когда течет в пределах и по законам, какие положили для нее начало вожди и предводители ее Духом Святым наученные. Ибо воину Христову надлежит быть безвечным, ничего не имущим, не озабачиваемому никакими замыслами и делами мирскими. И как
говорит апостол, никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Подобает за монаху быть безвестным, бесстрастным, чуждым всякого греховного похотения. Ни сладко ясливу, ни вина пищу, ни нескотну, ни лениву, ни сребролюбиву, ни сладколюбиву, ни славолюбиву. Ибо если кто от всего такого не отрешится, то он не может исправно вести эту ангельскую жизнь. Для тех же, которые так именно поступают, она есть иго благое и бремя легкое, так как в таком случае божественная надежда все делает для них легким. Приятна жизнь сия, усладительны дела ее, блага часть ее, которая не отымется от стяжавшей ее души. 50. Отрекшись от житейских забот и восприяв иноческий подвиг, не возжелай богатства для раздаяния бедным, ибо и это есть одно из прельщений лукавого, ведущее к тщеславию, чтобы ввергать ум в многоделие хлопотливое. Пусть только хлеб имеешь ты и воду, ими одними можешь стяжать мзду странноприимства. Пусть даже их не имея, с одним благим расположением примешь странника и дашь ему слово утешения. И таким образом можешь заслужить мзду странноприимства. Имеешь пример всему в бедной вдове, о которой Господь засвидетельствовал в Евангелии, что она своими двумя лептами в силу благого произволения своего превзошла подаяние богатых. Это сказано тем, которые живут в безмолвии, находящиеся же в послушании Отцу, одно да имеет в уме, ни в чем не отступать от заповеди Отца, ибо исполняя это как следует, они исполняют все требуемое от них, как наоборот отступающие от точного исполнения этого долга, останутся неискусными во всяком виде добродетели и духовного жительства. Вот и еще совет мой тебе, христолюбче, возлюби странничество, то есть будь как странник, чужий для событий своей стороны. Не завлекайся заботами о родителях и любовью к родственникам. Бегай бывание в городе и с терпением сидишь неисходно в пустыне, говоря с пророком: «Все удалился, бегай, и водворился в пустыне». Ищи место уединенных и удаленных от мира. И хотя будут утеснять себя там скудость необходимых потреб, не бойся. Если враги окружат тебя, как пчелы или злые осы, всякого рода воздвигая на тебя брани, и всяческими возмущая тебя помыслами, не устрашайся, не преклоняй к ним послушливого уха и не убегай с поприща состязания, но более мужественно претерпевай все, припевая себе и говоря: «Терпя, потерпех Господа, и внят мне, и услышал молитву мою». Псалом 39:2. «И узришь величие Божие, Божие заступление, попечение и всякое спасительное о тебе промышление». Друзьями должно тебе иметь такие лица, которые были бы назидательны для тебя и сходили с тобой в образе жизни. Ибо говорит Писание: «Мужи мирные да будут друзьями тебе, братья духовные, отцы святые», о которых и Господь нас сказал: «Мать моя и братья мои, те суть, которые творят волю Отца моего, который на небесах». Не будь пристрастен к разнообразным и дорогим яствам, и не питайся ими пространно, ибо питающийся пространно, говорит Писание, заживо умерла. Да и недорогими яствами, если можно, избегай насыщения. Ибо написано: «Не прельщайся насыщением чрева». 3:24-15. Часто бывают в неделю, не позволяй себе бывать, если ты избрал себе безмолвное житие, потому что это очень вредно, отъемлет благодать, омрачает мысли, ослабляет ревность. Почему и сказано: «Парение похоти применяет ум, не злобив». Премудрость Соломона 4:12. «Пресекши же сношения с внешними, чтобы ум твой не сделался парительным и не возмущал порядков безмолвия твоего. Сидя в келье, не совершай деланий своих бессмысленно, и времени не проводи в праздности, ибо бесцельно, говорят путешествующие, напрасно протрудится».
Но стяжи себе благое делание, собери ум свой, перед очами имей всегда последний час смертный, вспомни о суетности мирской, как она обольстительна, и вместе как не твердо и не сложно, помышляй об обстоятельствах страшного на суде испытания, как наши горькие обличители будут видимо представлять тогда наши дела, слова и помышления, которые они влагали, а мы принимали, приводя себе на мысль и адские мучилища, и то, как в них заключены будут души, представляя также великий тот и страшный день, разумея день общего воскресения, предстанет перед Богом и окончательного определения судьи неложного, воображая умеющий объять грешных мучения, стыд и облегчение совести. И то, как будут они отвержены Богом и ввержены в огонь вечный, сердению усыпающему, во тьму непроницаемую, где плач и скрежет зубов. Обозревая же все другие мучилища, не переставай с меня обливать слезами лицо свое, одеяние свое и место, на котором сидишь. Такими помыслениями, как я видел, многие стяжевали себе обилие слез и дивно очищали все силы души своей. Помышляя также о благих, отложенных, о благах, отложенных праведным, поставлении их одесную Христа, благословенными их нарицающий голос Владыки Господа, наследие Царства Небесного, превышающее ум, дары им, свет тот сплощающий, радость, когда конца не имеющие, и никакой печали непресекаемые, обители все небесные, сожительство ангелов и все другое, обетованное боящимся Господа. Такие помышления да пребывают с тобой за столом, да сопровождают тебя ко сну и да восстают с тобою. Смотри, никогда не забывай их. Но где бы ты ни был, не отводи ума своего от памятования о них, чтоб худые помыслы бежали от тебя. Божественные же утешения преисполняли душу твою. Душа, не будучи огражденна и вооружена сими помышлениями, не будет исправно держать безмолвие, ибо источник воды не содержащий напрасно носит это имя. 50. И вот такой образ жития законоположно вести безмолвствующим. Пост, сколько сил достанет, бдение, спание на голой земле и всякие другие произвольные лишения ради будущего упокоения. Ибо, как говорит Писание, недостойны страсти нынешнего времени, хотящей славе явиться нам, Римлянам 8:18. Особенно же молитва чистая, непрестанная и непрерывная. Она есть стена крепкая, пристанище благоотишное, добродетели и охрана страстей истребления, души благоустроения, ума очищения, страждущим упокоения, плачущим утешения. Молитва есть беседа с Богом, созерцание вещей невидимых и тех, которые возделевают их удостоверение в истине их, сообращение с ангелами, крестьяне в добром подтверждение уповаемого. Эту царицу добродетели восприми, подвижники, и всеми силами удержать в себе старайся. Молись день и ночь, в благонастроении и расстройстве. Молись со страхом и трепетом, бодренным и трезвенным умом, чтобы благоприятна была Господу молитва твоя. Ибо Писание говорит, очи Господних на праведных и уши их в молитву их. Неким из древних очень верно и с делом сообразно сказано. То есть противоборствующих нам демонов первыми вступают в бранье, коим верены сливоугодливые желания, которые внушают сребролюбие и склоняют к тщеславию. Другие же все, идя позади их, собирают пораненных ими. И воистину, присматриваясь, узнали мы, что не бывает, чтоб человек впал в грех какой-либо, какую-либо страсть, и прежде не уязвлен он кем-нибудь из всех трех. Почему на эти три помысла наводил тогда дьявол Спасителя?
Но Господь, явясь недоступным для них, велел дьяволу удалиться назад в себя. Даровал нам победу над ним, как благий и человеколюбивый владыка, облегшийся в подобное нам во всем тело, кроме греха, и показавший нам неложный путь к несогрешению, по коему, идя, мы созидаем в себе нового человека, обновляемого по образу создавшего его. Совершенной ненависти ненавидит бесов, как врагов нашего спасения, давивший навещает нас слово. И это очень пригодно в деле преуспеяния в добродетели. Но кто же будет этот совершенной ненависти ненавидящий врагов спасения? Тот, кто не грешит не только делом, но и мыслью. Коль же скоро сосуды любления их, то есть причины страстей, будут в нас, то как установиться в нас ненависти к ним? Ибо сластолюбивое сердце бессильно питать в себе ненависть к ним. 64. Страница 333. Деятельная глава святого Феодора Эдеского. Третий том «Добротолюбие». Брачное одеяние есть бесстрастие разумной души, отдалившейся от мирских сластей, отрекшейся от всех непотребных похотей и всецело посвящающей себя боголюбивым помыслениям и чистейшим созерцанием. Коль же скоро она поблажает страстям бесчестие, лишь затосневает, то совлекается все одежды целомудрия и обрекается в рваные и оскверненные рубища. Так и в Евангелиях показывается, что связанный тот по рукам и ногам и брошенный во тьму кромешную, имел из таких помыслов и деяний сотканное одеяние, которое словом Господним сочтено недостойным божественного и нетленного чертога брачного. О самолюбии всех ненавидящим верно сказал некто из премудрых. Лютая брань самолюбия, как тиран мелкий, стоит во главе всех помыслов, которыми три, все и пять восхищает ум наш. Дивно будет, если кто, насыщаясь всегда вдоволь яствами, возможен стяжать бесстрастие. Бесстрастием же я называю не удаление от грехов делом, ибо это есть воздержание. Но то, если кто пресек совершенно исхождение из сердца самых помыслений страстных, что называется и чистотой из сердца. Удобнее очистить душу нечистую, нежели очистившись и снова уязвившись ранами страсти, опять возвесть к здравию. Ибо только что отрешившимся от мирских уз, какие бы грехи ни случалось им впадать, доступнее достижению бесстрастия, а тем, которые вкусили добрых глаголов Божиих и текли уже путем спасения, и потом опять уклонились к греху, доступ к бесстрастию загражден едва преодолимыми препонами. Это по причине становившегося греховного навыка и укоренившейся склонности к греху. Не меньше же и от того, что тогда без привычного греха, вертясь перед очами ума, непрестанно преподносит ему образы этого греха. Впрочем, душа ревностная и трудолюбивая, и это труднейшее дело удобно исполнить с содействием благодати Божией, человеколюбно долготерпеливой к нам, покаянию нас призывающей и возвращающейся с неизреченными утробами щедротки емлющей, как научаемся мы в Евангелии Птичи о блудном сыне. 68. Никто из нас собственными силами не может избежать обходов и козни лукавого, но только непобедимые силою Христовою. Потому опасно заблуждаются мечтающие совершаемыми ими подвигами и силой воли своей упразднить грех, упраздняемый одной благодатью Божией. Чего ради светила церкви Иоанн Златоуст говорит, что недостаточно одного усилия человеческого, если не получится и помощь свыше. И опять, никакой не будет пользы от помощи свыше, если не будет собственного усилия. То и другое показывает на себе Иуда и Петр, тот, столь много приял от благодати, не получил от того никакой пользы, потому что не приложил своего хотения, не принес и привнес своих.